Я тебя приветствую, мой дорогой зритель, который сидит, да, по ту сторону экрана, пьет там чай или кушает. В этом случае тебе, опять же, приятного аппетита, но если ты этого не делаешь, все равно присоединяйся и давай начнем. Как ты видишь, за окном уже темно, светят ночные фонари, все, уже наступила осень, можно сказать, уже, ну, октябрь подходит даже к своей середине. Сам понимаешь, в такую погоду уже особо никуда бежать не хочется, хочется быть в какой-то такой приятной обстановке, которую, кстати говоря, Омега прекрасно обеспечивает, это прям вот дом на колесах, я по-другому его не назову. Данный выпуск будет о том, что случилось у нас при съемке выпуска вне сюжета от 24 сентября 2018 года, если ты помнишь. Ты там наверняка помнишь момент, где я решил закрыть все на центральный замок, вот этот, соответственно, солдатик опустил вниз, вот. Но дверь задняя, левая, она не прореагировала. То есть солдатик остался в том же положении. Я попробовал сначала один раз, второй раз, блин. И тут я понял, что да, прям при вас вот эта проблема проявила себя впервые. Прям при вас замок вышел из строя. Ну и с той поры я начал закрывать его вручную. Один раз закрыл, второй раз закрыл, когда приехал. И ты знаешь, я тут смекнул такую простую вещь, что да, это сейчас. Вот я приехал к дому такой спокойно, сюда там разложился, собрался, закрыл, блин, и ушел. Блин, но я понял, что это может сыграть со мной злую шутку в будущем. Что это значит? Это значит, например, я могу где-то по зоопарке, там, приехал срочно в торговый центр, там, с кем-то встречаться, там, вышел быстро машину, запер там с брелка, все, пошел дальше. А про этот, например, замок, про его запирание, я могу и не вспомнить. Соответственно, дверь останется открытой. Ну и, как ты понимаешь, злоумышленники не дремлют. И по закону подлости они всегда оказываются тогда, когда ты что-то забыл закрыть. Вот всегда так происходит. Я понял, блин, такие мелочи нельзя оставлять на потом, потому что потом могу расплатиться за этим очень дорого. Поэтому я решил сразу же залезть в интернет и разобраться, как же все-таки снимается дверная карта и в чем может быть вообще причина именно выхода из строя замка. Тем более вот мне в комментариях люди 24 сентября вот этого выпуска писали, да, что, например, там активатор сам может выйти из строя, там, ну, этот привод. Ну ладно, давай не буду, в общем, все это дело я тут растягивать, бла-бла-бла, это все можно очень долго говорить. Самое главное, что я в этом выпуске исполнил, это я выполнил многократную просьбу разных зрителей показать им, как снимается дверная задняя карта, они не могут, дескать, разобраться. Сказать, я почти вроде бы все снял, но что-то ее держит. Давайте так, я вам просто покажу визуально весь процесс, вы все оцените, как я это делаю, и разберетесь, в чем у вас была проблема. Ну и кто не умеет снимать дверную карту заднюю на Омеге Б, да, рестайлинг, надеюсь, научится. Ладно, давайте не будем тянуть и поехали. Итак, первым делом идем отключать аккумулятор. Вторым делом вынимаем пепельницу. Достается она просто, открывается и тянется наверх. Все, достали. Третьим действием выполняем снятие вот этой вот ручки открывания двери. Вот она пошла, видите, да? Вот швы пошли. И, соответственно, вот так вот ее открыв, убираем. Кладем ее опять же туда. Теперь вынимаем так называемый банан. Он вынимается просто. Тянется сверху. Вот так, все, он вытаскивается. Вот он у меня в руке, и кладем его опять туда же, как говорится, куда все остальное. Следующим шагом нам необходимо вытащить вот эту вот красную штуку из солдатика. Она вынимается просто, берется вот такая вот минусовая отверточка, очень тоненькая. Она аккуратненько здесь вот поддевается и тащится. Все. Она у нас выполняет функцию фиксации вот этого солдатика к двери. Видите, ее ослабил, все, теперь вот этот солдатик вынимается, вот он. Кладем его также, где у нас все остальное. Все. И получаем, видите, доступы, винты.
Тут сколько вот у нас? 4 винта, получается, еще на карте есть. Так что все это дело выкручиваем. Так. Значит, здесь желательно магнит взять. Так, сейчас мы его найдем. Вот, магнитом придержать, потому что он может улететь вниз. Он здесь не очень удобно держится. Вот, все, взяли его. И, соответственно, туда-назад. Ну, а, собственно говоря, после того, когда мы выкрутили саморез, мы можем достать вот эту вот накладку. Достаем, вот она. Все, тоже складываем ее, где все вещи. После этого нам необходимо открутить вот эти вот болты. Раз, два, три. Берем плюсовую отвертку и точно так же их выкручиваем. Здесь мы берем на всякий случай магнит, и чтобы подстраховать. И начинаем крутить. Так. Где у нас пепельница, видите, да? Далее откручиваем второй. Видите, вот под бананом, который здесь прячется, он там не очень удобно, его хорошо видно. Ну, грубо говоря, на ощупь вы почувствуете его. Так. Ну все, выходит. Все. Теперь достаем магнит. Опа. Все, сейчас вот этот третий выкручиваем. То есть, как видите, в принципе, ничего сложного. В снятии карты абсолютно нет. Конструктор. Ну а далее аккуратненько снимаем ручку закрытия двери. Вот эту самую накладку. Вот она все у нас пошла. Мы ее высвободили. Стеклоподъемник можно отключить. Вот, разъем вынимаете просто. Все, вот эта ручка у нас в руках, как видите, да? Все, вот она. Далее у нас, как видите, здесь вот по периметру есть саморезы. Раз, два. Идем сюда. Три, четыре. Теперь их необходимо открутить. И начинаем. Так, раз. Два. Три. Четыре. Еще смотрим снизу. Снизу вроде бы нет, да. И наша карта выпадает сама. По новой сейчас сниму, а то ребята меня заругают. Короче, тут она стояла. Но она уже отклеилась, да. Все, после того, когда мы эти саморезы открутили, карта сходит на нет. Видите, что-то отваливается. Вот оно. Тоже отключаем вот этот разъем. Это у нас разъем вот этого лампочки, которая светится при открытии двери. Мы его... Точнее, ну тут просто два контакта. Все, карту мы убрали. Так. Все, постараемся больше ничего не сломать. Вот. Ну и далее вы видите вот эту вот обшивочка, которая здесь так вот проклеена. Ну, ее можно потихонечку, аккуратненько отодрать. Вот так вот. Чуть-чуть. Мы ее, главное, должны сохранить. Нам ее еще обратно клеить. Так. Ну и посмотрим, что здесь вообще с дверью. Можно ли вообще здесь что-то понять? Мне, конечно, кажется, что что-то мало тут доступа. Но надо, конечно, будет скрутить динамик еще. Сейчас мы вот это вот дело все уберем. Так. Вот он у нас, видно, привод стеклоподъемника, вот это электромотор. Вот это все дело у нас работает. Стеклоподъемник, кстати, сзади, на задней двери как-то тоже у меня через раз срабатывал. Вот, и мы сейчас попробуем оценить состояние проводки. То есть вот он. Доступ у нас открыт, надо теперь скрутить динамик. Ну и динамик, естественно, у нас держится на трех болтах. Так, выкручиваем. Нам нужно получить просто проводки доступа и посмотреть вообще, что с ней происходит. Вот эта дверь ремонтировалась в Омеге. Вот здесь видно, да, что тут это и шумка есть какая-то. Какая-никакая. Так, какая-то складываем все сюда. Третий. Надо потом все это собрать, чтобы можно было закрыть дверь. Так. Значит, сюда. Все, динамик, по идее, вынимается. Вот он. Вытаскивается. Здесь провода.
общем, я решил проводку домой забрать. Для этого надо вот этот провод вытащить, вот это все, чтобы дома нормально все пропаять. Для этого вынимаем все вот эти клипсы, которые держат у нас провода. Отсоединяем разъемы от, например, стеклоподъемников. Тоже все делайте аккуратно, потому что, видите, я не очень аккуратно сделал. Вот, досталось по руке немножко. Ну, потихоньку вынимаем вот так. Стеклоподъемник. Так. Вытащили. Дальше. Это вытащили. Все, проводка начинает отходить. Далее вот эти резиновые все пломбы вынимаем. И туда вдавить надо туда ее, да. Вот она туда вдавливается. Все, тоже все это вытаскивается. Проводочка. Ну и дальше вот у нас осталась одна клипса. Вот это вот. И отключаем дальше от привода замка. Кстати говоря, да, у нас она тут. Все. Разъем скинули. Ну, естественно, всю проводочку достаем. Раз, два, три. И мне томят эти разъемы, конечно. Вообще. Просто томят. Короче. Срежем, заизолируем. Ну вот, я принес проводку домой. Первое, что я сделал, я просто вскрыл эту гофру. Видите, да? Надрезал ее. Ну, блин, ничего не оставалось, на самом деле, больше сделать. Вот. И если посмотреть, то тут просто изломано много проводов. Вот это все надо устранять. То есть тут работы, на самом деле, очень немало. Надо просто взять паяльную станцию, все это дело нормально пропаять. Вот эти все надломанные провода, естественно, срезать и заново их соединить. Ну, потому что видите, что творится с косой проводов. Ну, я уже подозреваю, что в водительской двери там то же самое происходит. Ну, тут несколько проводов буквально целых, все остальное надломано. Вот поэтому у нас начинает глючить замок. Так что попробуем все это дело починить. Ну что, ребята, вот я и поставил проводку. С горем пополам вот эти вот резиновые вставки вставил на место. Блин, они очень не хотели вставляться. Да, как видите, у меня тут изоляция немножко уже не штатная, но я думаю, она поможет, в принципе, в какой-то мере. Я уже подключил провод к приводу центрального замка. Вот, все, вот там вот он стоит. Покажу точно расположение. Смотрим, как провод ложится нормально. Вот единственное, я здесь подизолирую дополнительно, то есть еще витки изоленты положу. Ну, изолента наша все, сами понимаете. Так, ставим минусовую клемму. Ну и смотрим. Закрыто. Открыто. Закрыто. Открыто. Как видите, результат достигнут. Все, скидываем клемму и идем работать дальше. Значит, смотрите, ребята, когда вы в двери будете прокладывать проводку, самое главное, пустить ее вот здесь, то есть между стеклоподъемником и дверью непосредственно, то есть железом двери, потому что в противном случае ваш провод попадет под вот эту леску и будет спиливаться постепенно, когда будет стеклоподъемник работать. Ну, короче, ничего хорошего, поэтому все внимательно вот в этом плане делайте. Немножко так изощренно, надо руки так изгибать, но все вставляется. Сюда вот он, да, чтобы он держался надежно за дверь. Так, и вот здесь, видите, он должен нагибать вот именно вот эту леску,
желательно вот так его еще подогнуть дополнительно, видите, да, то чтобы вот эта леска здесь, которая есть, она его не пилила. Ну вот, здесь еще один же штепсель есть дополнительный. Если они их побольше сделали, видимо, да, чтобы провод нормально уложился. Так, вот это сюда. Такие небольшие нюансы прокладки проводов. Так, вот это все сюда. Так, вот эту вот штучку вот так вот вынимаем. Все, она встала. И осталась у нас последняя. Это вот то, ради чего все и затевалось. Привод запирания замков. Сейчас здесь мы берем до щелчка его. Опа, все, слышали, да? Наделся. Все поставили. Так. Все, осталось все вот здесь собрать. По сути, нам осталось установить дверную карту на место. Единственное, я вчера обрезал вот эти провода динамика. Мы их сейчас обратно зачистим, запилим. Ну вот, сейчас главное проверить работу стеклоподъемника. Так. Сейчас. Ну вот, видите, ползет. Опускаем резко вниз, до упора вверх. Проверяем, чтобы ничего не мешало стеклоподъемнику. Чтобы он все нормально ходил. Ну, отлично. Закрыто. Открыто. Все, теперь можем смело опять скидывать клемму и работать дальше. Просто прикипел разъем к динамику. Я не стал просто его, ну, рвать, потому что боялся вместе с динамиком, там, с деталями оторву. И потом хрен что уже сделаешь. Вот, а сейчас хотя бы так. Теперь ставим термоусадку. Вот она. Паяльником просто по ней вводим, она начинает сужаться. Вот, вы можете видеть, я пропаял динамик. Вот, термоусадка. Она выглядит намного цивильнее, чем всякие изоленты. Вот, и теперь, соответственно, ставим динамик на посадочное место. Вот, на посадочном месте. Динамик ставится, видите, опираясь на вот эту штуковину. Вот, все. И закручиваем его болтами там. Где там? Ну и все, с этого момента сборка начинается в обратном порядке. Соответственно, ставим динамик на место, закручиваем его болтами. Динамик, да, будет под замену, но попозже. Обязательно поменяю, чтобы, как говорится, чтобы в уши себе не срать. Потому что вот этим динамиком можно только насрать в уши. А оценить музыку нельзя. Надо будет карту с собой забрать, дверную. И карту вот по этой части проклеить. Сейчас покажу. Вот у Амеку здесь есть болезнь. Значит, эти карты... они отходят. Вот эта часть, которая держит непосредственно карту за железную часть двери. Вот это она сдержит. Когда вот эта штука отклеивается, крепление, то карта начинает вываливаться. Проявляется это, я попробую сейчас показать, как. Если у меня это... Нет, здесь у меня нормально, кстати, она стоит. Начинает, короче, вот эта часть вот так вот отходить, болтаться. То есть нажимаешь, оно все продавливается. Вот, это все дело связано как раз-таки вот с этой пластмассовой фигней, которая отходит от дверной карты. Соответственно, нам надо сейчас ее проклеить, взять с собой и потом уже достроить дверь до конца. Вот, а в принципе, так сказать, на посошок сейчас, на данном этапе, мы сейчас попробуем еще изоленту сюда дополнительную накинуть, которая будет вот здесь сдерживать влагу, чтобы не давать туда ей проникать. Ну вот, подготовили место для установки карты, но карту мы поставим попозже, потому что ее надо проклеить. Чтобы уже устранить, так устранить все сразу. Вот единственный вопрос к Opel, почему же вы, блин, когда проектировали, зачем вот этот наклей было сажать? Не, чтобы какие-то винтовые соединения придумать? Блин, не знаю, ну сомнительно как на самом деле. Можно же было, по идее, сделать болты, поверх них вот эту вот ткань, по сути, поставить. Вечно было бы все держалось. Нет, надо обязательно вот этот превращать в какую-то хроническую болезнь у всех Омег. Вот ей-богу, чего я не понимаю, так это вот эти вещи. Давайте еще раз проверим на всякий случай. Отпирается. Вот отопрем. То есть вот нормально работает теперь. Все. Отлично, замок мы наладили. Я что-то тупанул, на самом деле надо было дверную карту взять вместе с проводкой, ее отдельно клеить, положить, чтобы она сохла. А
проводкой заняться. Что-то я тупанул, поэтому, извините, не сразу, да, получилось все сделать. Ну и давайте закрепим результат, что мы сделали на данный момент. На данный момент мы наладили работу центрального замка, то есть замка запирания вот этой двери. Он полностью рабочий. Поставили динамик на место. Вот, подключили стеклоподъемник. Давайте все опять же проверим. Вот, работу всего. Во-первых, замок закрыли. Вот, он открывается и закрывается еще раз. Хоп. Заперт. Открыт. Это первое. Значит, теперь второе. Давайте проверим работу стеклоподъемника. Так, у нас там вроде бы... Да, горят эти штуковины. Стеклоподъемник работает. Вот, видите, опускается. Поднимается. Опять же, смотрим, чтобы ничего не мешало. Шикарно работает прям вообще. Огонь. Так, блин, а маффин, чтобы включить, надо ключ вставлять. А давай нам джазец наш любимый. Давай, джазец. Формат РИД. Ну, давай, читай. О, наш джазец. Да, звучит все. Ну, звучит, насколько он может звучать в таком состоянии, конечно. Вот, но тем не менее, все, стеклоподъемник работает. Ну, осталось, короче говоря, декор собрать. Я думаю, все будет после этого прекрасно работать. Ну и давайте проверим, как у нас ходит провод. Не слетает ли изоляция, когда мы открываем, закрываем дверь. Вот, открываем. Теперь... Включаем замок, заперт, отключаем, открыт. Давайте теперь еще раз посмотрим. Ну вот, все, видите, да, то, что у нас провод, в принципе, нормально ходит. Здесь изоляция не слетает, ничего, то есть все нормально более-менее. Вот эта черная изолента суперская, кстати, я купил, она довольно дорогая. Клеит вообще огонь. Ну вот, ну пускай будет синяя, так все-таки символика того, что синяя изолента – это наше все. Поэтому пускай такой цвет останется, так сказать, такая вот метка, то, что мы что-то здесь сделали. Что скрывать-то? Ну что ж, вот и настал день сборки этого всего добра. Карта, как видите, проклеилась, вот это крепление. Я посадил на момент. Я очень надеюсь, что он будет все-таки надежно ее держать. Хотя фиг его знает. Ну, вроде как, он так на совесть приклеился. Вот. Так что давайте, пойдемте ее устанавливать. Так, первым делом сейчас отключаем аккумулятор. И мы приступаем к установке этой самой дверной карты на ее родное место. Так, ну, во-первых, подключаем лампу. Освещение габаритов. Так. Далее. Стеклоподъемники у нас выведутся позже. Значит, после того, когда мы подключили вот здесь провода, вставляем высокочастотный динамик. Его можем снять вот так с разъема. Не знаю, как-то, в принципе, вот так можно его поставить в посадочное гнездо. Ну вот он, вставился. Вот, сидит надежно. Смотрите, дальше достаем вот это крепление солдатика. Ну, точнее, так сказать, шток солдатика. Так, и стараемся аккуратно все это дело вот так установить. Значит, смотрите, помните крепление, которое мы клеили? Вот оно здесь. Вот это вот. Значит, его надо насадить на вот эти штыри. И как-то там насаживаем. Сейчас мы его... О, все. Поставили. Все, видите, у нас штырек вот этот торчит. Значит, стеклоподъемник сюда выводим. Вот, ну, у нас здесь будет проводок. Не сильно такой длинный, но нормальный. Все. Видите, оно теперь за счет этого крепления штатного держится. Без саморезов даже оно не падает вниз. Когда тогда, помните, оно упало? Это за счет того, что это крепление здесь отсутствовало. Оно уже отвалилось тогда. Вот, и теперь осталось все это дело за малым закрутить. Как вы помните, 4 самореза. Сейчас мы их находим. Первый,
Ну, вот эти самые саморезы. Да, его надо аккуратно посадить на посадочное место. Вот так вот. Кстати, карта, да, стала намного плотнее держаться. Это заметно, кстати. Она уже не болтается так. Так, все. Четыре самореза по периферии вкручиваем. Пока их не затягиваем, пока все четыре на место установим, после этого можно затянуть. Второй. Так, третий ставим. Вот он на место отлично садится. Все, вкручиваем третий. Пока не протягиваем. И, соответственно, четвертый ставим. И, соответственно, четвертый саморез сразу же уже протягиваем, потому что он последний. Значит, протягиваем, ребята, без фанатизма. Помните, что крепления, на которые все это садится, они пластмассовые. То есть это даже не алюминий, это пластик. Его сорвать еще легче. Поэтому аккуратно, вот начинается усилие. Все, не надо там тянуть. Вы тут не металл протягиваете. То же самое здесь. Аккуратно берем. Чуть-чуть так придавливаем. И протягиваем. Вот видите, да? Здесь то же самое. Немножко так придавливаем. И протягиваем. Все. Усилие пошло. Все. Сильно не надо. Смотрим, чтобы наша карта сидела хорошо. Вот, видите, она не отстает, во-первых. Все. Она стоит надежно. Значит, следующим делом, как видите, у нас идет вот эта вот вставка, да, которая у нас является ручкой закрывания двери. Ее мы, соответственно, начинаем устанавливать с подсоединения кнопки стеклоподъемника. Подсоединить данный разъем по-другому никак нельзя, поэтому никаких трудностей нет. Все, поставили. Далее укладываем аккуратно провод, чтобы он не мешался. Потому что он может при установке слегка мешать. Ну, как-нибудь, я не знаю, его вот сюда вот в эти пазы, да, чтобы он в пазах сидел. Вот, и вот так вот он. Вот, вот так его вставляем сюда. Все, теперь он нам не будет мешать. Значит, как устанавливается данная вставка? Она немножечко вот так, как бы сказать, так насаживается на дверную карту. Сейчас мы ее... Единственное, солдатик надо поймать вот здесь, который будет вечно убегать. Вот он. Значит, солдатик поймали. Вот так ее чуть-чуть насаживаем, как бы. Все. Вставку мы поставили на место. Ее здесь, не забывайте, прижмет еще болт, когда мы ставим сюда солдатик, непосредственно установим весь механизм. Вот. Для начала сейчас прикрутим вот эти саморезы. Помните, да, то, что вот эту ручку крепят три самореза. Первый, второй, третий. Ручка немножко гуляет, поэтому некоторые трудности бывают, но это не страшно. Вот, ее, вот таким вот образом ее подгоняете там чуть-чуть и вкручиваете. Все, тут никаких проблем у вас вообще не будет. Все. Но опять же, не протягиваем, то сначала все три самореза просто вкручиваются на свои места. Протяжка осуществляется всегда после. Соответственно, берем второй. Также его там пытаемся посадить. Вот, он вкручивается, пошел. Я чувствую по усилию. Вот, ручка все стала прижиматься. Хорошо. Пока не протягиваем. И третий. Вот его можно потихонечку протянуть. Вот, он попал, естественно, потому что ручка уже прижата. Протягиваем, опять же, без фанатизма. Вот. Это у меня просто немножко отвертка сама спала с него, поэтому это не срыв резьбы был. Вот он, крепко сидит. Так, и, соответственно, третий саморез также вкручиваем с протяжечкой. Вот. Вот, все, протянули. Здесь, в принципе, этого достаточно. Так, вот, все сидит довольно-таки плотненько, хорошо. Не болтается ничего. Все. Ну вот все, ручка, видите, установлена на место. Все, она нормально стоит, как, в принципе, и должна стоять. Вот, соответственно, теперь пепельницу пытаемся выдрузить на место. Ну это ладно, попозже сделаем. Так, главное бананыч поставить. Устанавливается он в обратном порядке. То есть, соответственно, так снизу и вот так вот наверх. Все, встал. Стоит на месте полностью. Вставка вот эта, она устанавливается. Эх, еще бы вспомнить, как. Вот так. Под ручку просто поддевается. Все. Чего вообще сложного нету.
О, все, пепельницу поставили. Можно чуть-чуть ее протереть, да. И осталось самое главное установить, это, соответственно, накладка, которую держит вот этот болт, и солдатик. Все. Так, накладку вставляем, естественно, с позиционированием вот этой штуки. Все, вот так вставили. Если что, конечно, запасаемся, блин, магнитом. Вот здесь я не люблю вот это вот, где болт, потому что если он выпадет, он упадет туда куда-то внутрь. Нет, слава богу, нам удалось. Так, вот ее держим. И, соответственно, закручиваем. Тоже аккуратно, вообще без всяких протяжек. Чуть-чуть затянули, все. Достаточно. И финальный штрих установки карты двери. Это, соответственно, установка солдафона нашего. Ну вот. Вставляем внимательно. Так. Значит, во-первых, находим положение открыто. У нас открытый замок, чтобы был, да, чтобы оно выше было приподнято. Значит, смотрите, солдатик продеваем. Все, и в этом положении его фиксируем вот этим фиксатором. Вдавливаем красный фиксатор до конца. Все, вот только вдавливаем так, чтобы он вообще не выпирал нигде. Аккуратненько его здесь продавливаем. Так, и, соответственно, берем какую-нибудь отвертку. Чуть-чуть его. Во, видите, все. Солдатик у нас установлен. Все, замок у нас отрабатывает. Далее мы здесь, опять же, проверяем все вставки. Ну и, в принципе, все. Видите, карта теперь больше и не болтается, во-первых. Карта у нас установлена грамотно. Вот так она должна устанавливаться. Все, осталось все, в принципе, только проверить. Да, у меня тут в пепельнице болтается всякая фигня. Ну вот. Все, осталось подключить аккумулятор, посмотреть, что будет твориться с ней. Лампочка, как видим, прекрасно светится. Все, значит, более-менее что-то успешно уже работает. Дальше идем сейчас в стеклоподъемники, посмотрим. Причем, значит, смотрите, кнопка стеклоподъемников светится, видите, да? И вот она работает. Вот. Ну все, стеклоподъемник работает. Теперь самое главное проверяем. Вот, видите, личинка выстреливает. Вот она. Хоп, хоп, хоп. Все, работает. Ну и на каких-то таких нотах наш выпуск подошел к концу. Да, как вы видели, с проблемой я справился. Теперь все работает прекрасно. Но я понял, что на этом, черт подери, я не буду останавливаться. Нет, 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 нет. Да, я увидел, какая проводка, как вы видели, да, я разрезал гофру. А, да, кто-то наверняка сейчас из вас напишет, что, блин, нафига ты гофру резал, это можно было подвинуть, там, в принципе, ну и размотать это за ленту заводскую и сдвинуть. Ребята, вы не поверите, но я пробовал это делать, она прилипла, там реально, я не знаю, какая-то клейкая субстанция была. Короче, никак, я попробовал потянуть так несколько раз, у меня оторвался один из проводов. Я понял, не, лучше ее нафиг разрежу. Поэтому, ребята, я и разрезал. Я не говорю, что разрезать гофру это правильно, да, но попробуйте сначала ее отодвинуть руками, если у вас получится. У меня не получилось, поэтому так уж я решил. Но все-таки, почему я решил на этом не останавливаться? Да потому что вот у меня в голове всегда теперь сидит, блин, у меня почему-то там изолента висит, да, изолента, она, понятно, все равно недолговечная, да, она все равно будет отходить, туда будет попадать вода, все это опять начнет там, не знаю, загнивать, и что-то еще будет происходить, тем более в условиях Петербурга. Поэтому я решил, что как раз-таки я, ну, надеюсь, к весне, за зиму найду проводку на все четыре двери. И я хочу поменять эти провода, потому что я увидел. Для меня что явилось стимулом замены, желания заменить все провода в дверях, это то, что я увидел, какая проводка в той двери оказалась, все провода лопнувшие. Я уверен, что во всех дверях такая же фигня, тем более в водительской прям более чем уверен, что там либо сейчас изолента от бывших хозяев, такой привет мне передан, либо... Действительно, там вся проводка уже лопнувшая, ее надо будет менять. Поэтому, блин, я не знаю, если, конечно, будет реально найти всю эту проводку, я бы с удовольствием во всех четырех дверях обновил бы ее. То есть поставил, чтобы в будущем, вот, у меня обогрев продолжал зеркал работать, и сами зеркала работали, и все остальное. Вот, потому что люди часто, я слышу, маются, да, с дверями, что, блин, что-то у них там не запирается, зеркала не срабатывают, еще что-то. Вот потому что вот эта проводка наверняка, ребята, потому что она у вас здесь в гофре находится, она подвижная, постоянно движется, когда вы открываете, закрываете дверь, тем более на холоде, да, когда провод дубеет. Вот, по этой причине у вас провода и лопаются. Поэтому, блин, я что-то вот прям теперь горю желанием все это заменить. Да, но все-таки этим выпуском я вам показал, как все это дело меняется. Надеюсь, теперь вы точно сможете все сами проделать.
более или менее. Да, кстати говоря, когда я в следующий раз буду вот здесь вот проводку вот эту менять, я решил, что в левой двери задней тоже ее поменяю на штатную, на заводскую, без всяких изолент. Процесс уже этот снимать я наверняка не буду, потому что, ну, зачем второй раз показывать, я вам показал, как это делается. Я вам потом просто в какой-то выпуск включу фотографию, что вот, да, дескать, я все сделал, да, как обещал. Вот, потом я, что из планов, показать вам потом, как вот эта карта снимается дверная. Здесь тоже есть какие-то определенные нюансы, так как сюда подходит у нас центральный замок, здесь у нас ручка управления зеркалами, но здесь больше проводов явно будет. То есть это тоже вам хочу показать, как это все снимается. Но единственное, я это буду делать не сейчас, я это все, естественно, все буду делать весной, когда потеплеет, потому что на холоде, ребята, менять провода — это очень неблагодарное дело. Во-первых, дверь холодная становится, руки дубеют. Потом на холоде провода, самое главное, что провода становятся очень такими жесткими, они не сгибаются нормально, вам приходится вот так их чуть ли не изламывать. Вот, поэтому заниматься вот этим зимой не советую, вот именно с проводами в этих дверях. Я это сделаю все весной, если, конечно, за зиму у меня получится все-таки найти проводку на все четыре двери и все-таки поменять, обновить ее. Как-то так. Ну ладно, всем пока, до скорых встреч и увидимся в новых выпусках. Тем более, что в ближайшее время, как я уже говорил, буду менять сейчас масло на такую более зимнюю версию 5W40, буду заливать, чтобы легче запускаться в холода. И коробку достроим уже окончательно. Все, можно сказать, что то, что я хотел в этом году, в принципе, с Омегой так сделать более-менее, я уже сделал. Да, кстати говоря, по поводу паука, вопросы очень нередко приходят ко мне и в личку ВКонтакте, и в комментариях в Ютубе. Паук будет, ребята, просто для меня, говорю, для меня паук — это не первостепенная проблема, то есть первостепенно вот это все устранить, да, чтобы вот все функционировало, все там датчики, все работало. После этого, да, паук — это будет завершающий этап работы над Омегой, потому что я планирую Омегу уже так, в принципе, в очень недалеком будущем довести вот именно до того состояния, до которого я хотел ее довести. Все, как говорится, а дальше уже будем смотреть, что там и как. Ну ладно, всем пока, спасибо, что смотрели, всем счастливо.